здравствуйте, а вы строите таунхаусы? Конечно, проходите. Меня ждешь? Таунхаусы? Сейчас я расскажу тебе об этом. Ты готов? Не уверен. Я хочу рассказать тебе о жилом комплексе Нагаевская роща. Это двухэтажные таунхаусы в европейском стиле. У тебя будет два парковочных места и свой личный участок. О, извини, не тот цвет. А где это вообще находится? Жилой комплекс Нагаевская роща расположился в поселке Нагаево. От центра Уфы это 15 минут на автомобиле, 25 минут на автобусе, ну или 2 часа на лошади. Не говори ни слова. Ты хочешь знать, что тебя там ждет? Итак, во-первых, тебя ждет шикарное благоустройство. Асфальтированные дороги, уличное освещение, забор по периметру жилого комплекса и, конечно, организованный въезд. Забором огражден не только периметр жилого комплекса, но и каждый участок на заднем дворе. А еще они уже выровнены и застелены сочным газоном. Все коммуникации центральные – газ, вода, электричество, канализация. Ну и, конечно, есть интернет. Ты представляешь? Пока ты работаешь в тишине за компьютером, твои дети спокойно гуляют на детской площадке. У жилого комплекса интересно окружение. С одной стороны, это живописный лес и красивое озеро. С другой стороны, это новая школа, детские сады, аптеки и супермаркеты. Давай я тебе кое-что покажу. Смотри. Сдача первого таунхауса состоится уже в марте следующего года. Окончание строительства всего жилого комплекса запланировано на осень 2021 года. Пирог стены выполнен полностью из керамики. Внутри теплокерамический блок керакам, а снаружи красивый облицовочный кирпич разной фактуры. Все таунхаусы от 100 квадратных метров и сдаются уже фирменной получистовой отделки. А это ровная стяжка пола, белоснежные стены, система теплый пол и многое другое. Как тут дышится, а? Данил, но у меня нет 7-8 миллионов. Только на старте продаж жилого комплекса Нагаевская роща таунхаусы от 4 миллионов 400 тысяч рублей.